Видео подготовили на сайте onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1076. Нам нужно выяснить, какое расстояние в единичных отрезках между точками координатной прямой с координатами. Пункт А, 0 и А. Но так как у нас 0 идет впереди А, то имеется в виду, что А у нас положительное число, то есть оно находится правее, чем 0. И расстояние от начала отсчета, 0 это начало отсчета, до точки с координатой, это модуль этой координаты. То есть модуль А равняется у нас А, и модуль А это как раз расстояние между нулем и А, то есть расстояние между нулем и А это А, еще раз повторю. Пункт Б, между минус А и А. Для этого нужно найти для начала расстояние от минус А до нуля. Это А. Расстояние от нуля до А, это тоже А. Ну а расстояние между минус А и А, это модуль минус А плюс модуль А. Складывается у нас расстояние, получается А плюс А или 2А. Пункт В. Расстояние между минус А и нулем. Но мы уже в пункте Б на самом деле находили это расстояние. Нужно найти модуль минус А. Модуль, еще раз повторю, это как раз и есть расстояние от начала отсчета до точки, а 0 это начало отсчета. Поэтому расстояние от минус А до А до 0 это А. И пункт Г. Между А и минус 3А. И расстояние от нуля от начала отсчета до А будет равняться А. А расстояние от начала отсчета до точки с координатой минус 3А будет равняться 3А. Поэтому расстояние от А до минус 3А будет равняться расстоянию от начала отсчета до А плюс расстояние от начала отсчета до минус 3А, или А плюс 3А, и равняется это 4А. И выполнили задание 1076. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.